В четверг, 19 января, в стенах здания Института физики Казанского федерального университета прошло торжественное вручение именных стипендий братьев Ринада и Раальда Сагдеевых, медали Гросса и благодарственных писем от имени ректора в рамках прошедшего ученого совета Института физики КФУ. Идея создать собственную стипендию братьев Сагдеевых зародилась еще в 2012 году. И вот уже более 5 лет вручается талантливым молодым ученым в области физики и химии с целью поддержки талантливых студентов Казанского университета. Они известны своими крупными научными школами в области физики и химии. И мы с ним разделились, поскольку я представляю с научной стороны как бы химическую физику, более химическая, а он представляет физику, космическую физику, плазму. Поэтому мы договорились, что одна стипендия должна быть как по его профилю, по физике, а вторая по химии. В этом году премию удостоилась студентка Института физики Камила Исхакова и студентка Химического института имени Бутлерова Диляра Хабдирахманова. Занимаюсь научной работой на стыке двух наук – физики и медицины. Я занимаюсь электронно-промагнитным резонансом. С помощью него я изучаю различные биологические образцы. Мы с моим научным руководителем измеряем некоторую серию экспериментов, которые связаны с нахождением коэффициентов активности различных веществ в различных растворителях. То есть, по сути, это действительно может помочь большой науке. Это более фундаментальное, конечно, исследование. То есть это не единственная какая-то, не единый эксперимент. Это целая большая серия, просто вот часть данных, которая была получена, то есть мной и моим научным руководителем, вот они были опубликованы. Помимо представительниц слабого пола, в этот день чествовали и профессора Института физики Бориса Малкина, который был удостоен медали Гросса, которые, в свою очередь, награждаются известные ученые за выдающиеся исследования по спектроскопии полупроводников и диэлектиков и наноструктур на их основе. Стоит отметить, что Ринат Сагдеев предложил на следующий год рассматривать в качестве претендентов на стипендию всех студентов КФУ, которые участвуют и в других стипендиальных программах. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.